Добрый день, друзья! С вами Константин Хмелевский, социальный агент по недвижимости, Испания, город Торревьеха. Сегодня приобрел в магазине Алькампо вот такую килограммовую упаковочку свежих мидий. Стоят они 1 евро 70 центов. Мидии – одно из моих любимых блюд, которыми я люблю питаться. И сейчас я вам покажу очень простой и быстрый рецепт их приготовления. Для начала промою под проточной водой. Вот столько у нас получилось. Ну, как я промываю под краном холодной водой, наверное, показывать смысла не имеет. Итак, промыли мы мидии несколько раз под проточной водой. Теперь нужно удалить вот эти водоросли. Но перед тем, как их удалять, надо проверить, что мидии живы. Делается это достаточно просто. Вот, пожалуйста, берем мидию, створки ее приоткрыты, и любую бумажку, например, чек из Меркадоны, мы вставляем в приоткрытую створочку. Оп. Вот можете наблюдать, створки закрываются. Значит, мидия живая. Дальше удаляем вот эту гадость под названием водоросли. Так, у этой мидии створки уже плотно закрыты. Определить, живая она или нет, мы сможем, опустив ее в кипящую воду. Хотелось бы что сказать. Открыть живую мидию просто ножом, ну, практически возможности не представляется. Мидия упорно сопротивляется. И вы просто поломаете раковины, есть ее потом будет, мягко говоря, проблемно, потому как осколки попадают в саму мидию. Для того, чтобы мидии открылись, мы сейчас поставим кастрюлю на подогрев и уже в кипящую воду закинем мидии. А пока займемся тем, что уберем, так это закрыто, у мидий водоросли. Некоторые специалисты советуют вот эти ракушки, различные наросты на мидии, счищать металлической щеточкой. Никогда этой ерундой я не занимался, абсолютно это не мешает приготовлению. Итак, мы очистили мидии от водорослей. Вот такая кучка получилась водорослей. 4 мидии оказались мертвые. Вот эти просто не закрылись. Ну, это, соответственно, сломанное их помойное ведро. И у нас уже закипела вода. Примерно на 1 минуту отправляем мидии в кипящую воду. Не соленую. Делается это для того, чтобы мидии открылись. Вот буквально минуту им нужно дать покипеть, и после этого вынимаем. Итак, вода у нас закипела, секунд 30, 40, 50 покипели мидии, соответственно, не буду выключать, вынимаем их из воды. Вот, если вам видно, мидии уже открылись. Сейчас мы их все выложим вот в такое блюдо. Итак, мидии у нас открылись, и, соответственно, одну скорлупку мы отделяем, пустую, вставляем и кладем в противень, или в противень, мне больше нравится противень, вот эти мидии. Как видим, они у нас разнокалиберные и абсолютно легко открываются, если вдруг какая-то мидия открылась не полностью, ну, например, вот так. Не нужно драть ее пальцами, просто слегка поддели ножом. Там у нее находится мышца. И вот, открываем. Может она сломаться, но здесь уже не критично. И выкладываем их по очереди. Итак, я разложил все мидии на противень. С трудом они влезли, пришлось компоновать, составлять некий пазл. Дальше, что хочу вам пояснить, дорогие слушатели. Рецепт абсолютно не затейливый, не предполагает никаких специальных ингредиентов. Я могу сказать, что если открываю какой-то рецепт и вижу там незнакомые мне названия, шафран, гвоздика, кориандр, еще какие-то неизвестные породы,
то ли фруктов, то ли овощей, то ли приправ. Я просто закрываю такой рецепт. Первое. Я люблю немножко подсолить мидии. Супруга моя, наоборот, любит без соли, поэтому это вы уж сами поэкспериментируйте. То есть примерно половину я солю. Далее. Сами мидии я покупал в магазине Алькампо. Напомню, 1 евро 70 центов стоил килограмм. Ну, такой это объем. В Меркадоне продается вот такой йогурт. Соответственно, набор из 6 баночек стоит, по-моему, 1 евро 5 центов или около того. Соответственно, йогурт мы используем для того, чтобы мясо мидий осталось мягким и сочным при приготовлении в духовке. Вот так выглядит этот йогурт. По вкусу очень напоминает российскую сметану, то есть кислый он. И, соответственно, в каждую из мидий мы немного добавляем. Вот так примерно. Да, как-то вот так. Ну, процесс долгий, наверное, весь вам показывать не буду. Я думаю, общий смысл понятен. Итак, йогурт я положил в каждую мидию. И дальше последний штрих. Он действительно последний, что мы делаем перед тем, как поставить в духовку. Это берем сыр. Мне больше нравится, когда... тертый сыр, естественно. Мне больше нравится, когда твердый сыр. Но за неимением такового мягкий тоже не ухудшит вкусовые качества готового продукта. И вот таким образом понемножку кладем в каждую скорлупку, если можно так выразиться. Я прекрасно понимаю, что рестораторы, гурманы, прочая элита нашего общества могут начать кричать, что как можно так уродовать такое замечательное блюдо, как мидии, к нему еще обязательно нужно добавить то-то, то-то и то-то. Ерунда полная, скажу я вам. Мои друзья, знакомые, которых я угощал таким блюдом, которое, как вы видите, не требует специальных кулинарных навыков и наличия продуктов, названия которых большинству из людей, ну, как правило-то, особо и неизвестны. Так вот, все мои знакомые, друзья, попробовав, наоборот, спрашивали, сложный ли рецепт, и удивлялись, что никаких особенных ингредиентов здесь не имеется. Такой походный вариант. Делается очень быстро, но мясо получается нежным-нежным, вкусным-вкусным. Духовку я предварительно разогрел до 180 градусов. И на 15 минут мы ставим мидии. Еще раз повторюсь, 180 градусов ставим на 15 минут. 15 минут прошли, вытащил я мидии из духовки. Как видите, весь сыр расплавился. И мидии тоже, безусловно, уже готовы. Сейчас я их разложу по тарелкам и посмотрим, какое в финале у нас получилось блюдо. Вот такое у нас получилось готовое блюдо. Давайте посмотрим. С трудом влезло на тарелки, даже несколько мидий пришлось оставить на потом. И очень рекомендую вам несколько капель лимончика в каждую мидию. Но опять-таки исключительно на любителя. Мне нравится с лимончиком. Погода сегодня замечательная. Днем было около 26 градусов. Приезжайте в Испанию, попробуйте средиземноморскую кухню, насладитесь солнцем и морем.
С вами был Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. Заходите на наш сайт, ссылка под видео. Поможем подобрать вам недвижимость в Испании, либо проверим выбранное вами жилье на юридическую и криминальную чистоту. До новых встреч, друзья!